Первый снегопад Самара встретила во всеоружии. На расчистку улиц за сутки вышли почти 300 единиц спецтехники. Ее можно было наблюдать во дворах, скверах, парках и на набережной, а также 400 рабочих муниципальных предприятий. Уборку ведут в две смены. Использовано уже свыше 400 тонн противогололедных реагентов. Уборка у нас начинается рано утром. Мы начинаем сначала убирать павильоны, остановочные павильоны, подходы к ним, чтобы люди могли приехать и спокойно выйти с автобусов. И начинается чистить подходы уже к набережной непосредственно. И потом уже идет внутренняя уборка, чтобы для отдыхающих, так скажем, могли уже ходить, спокойно ходить и отдыхать на набережной.